цвет. Синие и голубое – символ мира и покоя. Фиолетовый цвет – это цвет привета. Зеленый цвет – цвет весны. Пусть им будут все сны полны. Самый яркий и прекрасный – это цвет, конечно, красный. Цвет оранжевый – приятный, апельсиновый – нарядный. Семь цветов, став рядышком, образуют радугу. Дети в солнечном кругу рисовали радугу. Рисовали, как умели, и о счастье песни пели. Встречайте на сцене Тарасяна Рози с песней «Солнечный круг». Перед вами на сцене выступали такие коллективы, как Народный коллектив хор русской песни под руководством Людмилы Шматовой. Аплодисменты. Народный коллектив хор русской песни «Северные узоры». Руководитель Серова Людмила, концертмейстер Артем Калинский. Для вас выступали юные артисты, которых я сейчас и приглашаю на нашу сцену. Артисты фестиваля-конкурса «40-е роковые», посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я приглашаю вас, участники концерта, к нам сюда на сцену для награждения. Приглашаю всех. Поднимайтесь там на сцену под дружные аплодисменты ваших друзей, ваших родных, ваших близких. Поднимайтесь ко мне сюда. Все наши звездочки, самые